just kind of like a calming feeling, you know, when you get, you know, when you think so much of a horse and then they get it done for you. Up here, Kalbir Khan continues his undefeated streak here in the Middle East. It's not only like you're winning for the owner, you're winning for a country. Кабирхана, когда я приобрел, я очень интересовался его отцом, Калифорния Хром. Кабирхана я отправил в Россию, потому что у него не было здесь конкурентов. Добавляет Бровка и Кабирхан из Каинди. Кабирхан приближается к финишу, и Кабирхан выигрывает. В России скачки более развиты. Приз Анилина. Кабирхан первым. Непобежденный по-прежнему. Кабирхан первым. Кабирхан к нам приехал на Новый год в 22-м году, как раз 31 декабря. Потому что там были проблемы на границе, они там ездили вдоль границы, а потом приехали сюда. Ну, он такой, знаете, знает сам себе цену. Такой благородный конь, можно сказать, но знает сам себе цену. Лишнего не делает. Когда такой в порядке, он любит поиграться, это. А нет такой, чтобы делать гадость, укусить, задом стукнуть. Вот целый, знаете, прожить с лошадью, и там такие яркие победы были, он такой любимец был, конющий был у всех любимец. Аль-Мактум Челлендж это первогруппная скачка, где участвует классом выше соответствующей первой группы. Кабирхан, он взорвал именно конный мир Казахстана. После победы Аль-Мактум Челлендж, вот, который состоялся 26 января, эмоции непередаваемые. Это радость, наверное, всей моей жизни. Я когда покупаю всех лошадей, все чувствую, что это будут будущие чемпионы. Вот так же, как бы и Кабирхана, когда приобретал, тоже думал, что ну, приобретаю будущего дербиста, будущего чемпиона. Только, конечно, не думал, что он выйдет за грани, так скажем, за границы Казахстана и России, да, что дойдет до Дубая и достигнет таких вот успехов. Ну, мы очень надеемся, что благодаря его победе, победам, благодаря его выступлению и благодаря тому, что он отобрался на Всемирный Дубайский кубок, вот, благодаря всему этому мы думаем, что наше государство обратит внимание на коневодство Казахстана. I didn't know. Usually we get ready-made horses here already, so it's pretty much just getting them on the track and see how they go. We didn't knew how good he would come out to be until I gallop him the first gallop, and I come back and I told Dog, I said, Dog, he has go like a real, real racehorse. He's got a nice big long stride on him, and so from the start we kind of knew we had a, you know, that they were going to be competitive here, you know. He's just got very high cruising speed and he can hold that speed for a long time, and I think when he gets to the front he still has a bit left up his sleeve, so I don't think we've seen the best of him yet. Pat says he doesn't ever feel like he's doing more than a half speed on him, so you know it's going to be it's exciting for the horse, for myself, I'm sure for Pat. And for the owner, it's got to be extremely exciting. Члены семьи все поедут, братья, сестры поедут, также мои друзья. Где-то собирается очень большое количество. У него фанатов много в Казахстане и в России, в общем, СНГ. Даже с Узбекистана едут, с Таджикистана едут, с Азербайджана едут.
Кабирхан сильно похож на своего отца по внешности, по экстерьеру, и очень сильно ему нравился. Поэтому я его приобрел. И с этой лошадью хотел повторить результат, выиграть Кубок Дубая. California Chrome in front. It's Alchemy in Dubai. Chrome turns to gold. Это важно для нас, для конников России, особенно для конников Казахстана. Россияне его тоже полюбили, он целый сезон здесь бегал. Вообще-то он принадлежит казахскому владельцу, и там весь Казахстан уже песню сочинили. Лучший певец поет ее, там, короче, там мужчины на ней торжествовали, когда он выиграл первую группу. И идет такой бум в Казахстане. В России поменьше, но болельщиков много. Ну а бум в Казахстане идет. Казахи, они в крови такие, конники, и для них это очень важная победа. Волнение всегда есть. Это моя была мечта, и мечта моя сбылась — на Кубке Дубая участвовать. His times have been very honest and very genuine. Yeah, the clock has backed up what he's done. His sectional come-home times have been good. They've been fairly truly run races, and the way that he sauntered through them would give you every hope and be optimistic about the fact that he could certainly step up in grade and tackle one or two of these useful horses that are going to come in from overseas. Not too often you get one with a late chance in the World Cup, so. We look forward and hopefully he'll show up and do what he can. Will you sleep much between now and No, not at all. Obviously he's very good, and you know, I just want to see the best for him now. So since he got that done for us, maybe we can, you know, fulfill another dream.